Лера? Беги! Это какой-то сумасшедший попыт! Да вроде бы нормальный попыт. Тут призрак! Ну и сон. Кто за кого болеет? Я за бойфренда, за бойфренда! Я за гёрлфренд! Нет! Я его схватила! Ногой! Такой разноцветный. Вот именно. Теперь тебе все захотят купить вместо твоей. Мяло, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, того сегодня ждет крутой сюрприз. Считаю, 3, 2, 1. Люблю тебя. Что? О, соревнования по попытам? Друзья, это офигенная анимация. Кто быстрее пропытает? Герлфренд или бойфренд? Кто за кого болеет? Я за бойфренда, за бойфренда. Я за герлфренда. Нет. Победа! Есть, я победил. Второй раунд. Мама или папа герлфренд? Кто выиграет? Мама, где его руки? Да чего он такой медленный? Мама выиграет. Так, кто же из них выиграет? Третий раунд. Лимон или тыковка? Кто побеждает? Лимон. Я за тыковку. Что? Он, короче, пшикнул на них. Он прыгнул лимоном ему в глаза. И выиграл. Так, кто у нас? Тика или танкомен? Кто выиграет? За кого ты болеешь? Лёня, это нечестно. Это несправедливо. Смотрите, где Фрэнк там сидит на колонне. Это у нас анимация на канале Джуди, поэтому все ссылочки в описании. Так, у нас раунд номер 2. И теперь у нас бойфренд против мамы. Это уже четвертьфинал. Она его схватила. Победа! Так, следующий раунд. У нас уже второй. Видите, лимон против танкомена. Так. Опять? А он в бочки попал. Танкомен выигрывает. У нас финал. Бойфренд и танкомен. Кто же выиграет, ребята? Они идут одинаково. Он остановился. Он схватил. О, ногой. Ребята, это дикий! Ничего себе! Давайте послушаем, это обалденно! Мой любимый канал! Это был мой последний попытик! Они порвали! На их завод, там таких много! На завод идемте, слушайте, реально, пошлите! Да, но при этом нужно подписаться! Все, наши отправляются на завод! Тифи, смотри, там звонок есть! А как они пройдут? Как их не пустят! Вот именно! Как? Кто там? Доставка пиццы! Заказывай! Вы серьезно? Видал, так надо искать подход. А как они что не заказывали? Там склад с попыткой! Ого, не то, что такие попытки! Да вот тыкаю в попытки, разломляю! Вот мягкий, теплый и резиновый! Ты точно про это говоришь? Диффи, я хочу остаться. Да, я бы тоже остался на заводике. Диффи, смотри, там конвейер попыток красит. Ребята, там их делают! Прозрачные попытки проходят через краску и становятся цветными! Ух ты! Ты там аккуратно не упади! Ой-ой-ой-ой! Её засосало! Её сейчас покрасит! Она станет попытом! Нет, это мальчик Балди вообще-то! А, это мальчик? Всё! А точнее, он стал попытом! Диффи, ты такой разноцветный! Вот именно, это Диффи! Всё, ему капец! Но он красавчик, согласны? По-моему, классный, молодец! Что? Он его схватил, ребят. Ладно, давайте смотреть следующую анимацию. Слушай, это на канале Спиннер, Кицерон. У меня тут появилась хорошая идея. Ой, опять наш сейчас Спиннер. Сейчас же лето, и все уезжают отдыхать все на море. Говорит, но нас с тобой никто всех не возьмет. Он его сейчас поэтому разъезжу. Я придумал купаться не знаю, в ванной. Давайте смотреть эту пойдем анимацию. За мной, я тебе покажу. Интересно. Он ему предложил ну, пойти посмотрим. Это к ванне и смотри, поплавать. Я набрал полную ванну Вау. Воды. И для нас это будет как настоящее море. Море? Вы серьезно? Ну что, ныряем? Так же, конечно, все весело, но я не умею плавать. А Спиннер не умеет плавать. Так зато он самый храбрый был. Ты чё? Мы же игрушки. А все игрушки держатся на воде и не плавают. Да-да-да, видишь, как попыт его разводит? Во, смотри. Видишь, я не тонул. Он не тонет. Только извините, он же пластмассовый. Давай ко мне, не бойся. Ты ведь круче всех. Да, ребята. И правда не тонет. Спиннер, он тяжелый, он упадет на дно. Да, нет? Вот же глупый вот Спиннер. Вот это провал. Ну теперь Спиннер. Точно, я круче всех. Короче, попыт реально выиграл в этом вообще раунде. Бедный Спиннер. Ладно, да. Но тут есть продолжение. Наконец-то этот уродливый Спиннер не достает меня своей дебильной песней. Да, тебя пытает. Больше ты не крутишь и не круче. Я самый крутой. Что? Привет. Он вышел. Ты, блин, кто такой? Он стал Симпл Димпл. Я Спиннер, а ты кто? Я же тебя в ванной. Ребята, он же его утопил. Вы знакомы? Я не тонул. Он призрак. Он такой, упс.
Нет, не парься. Все, проехали. Ничего себе, уходи от него, это привидение! Странный чел. Ну почему он желтый? Кстати, следующий видос про трех кошар. Ребята, подписывайтесь, конечно, увидеть продолжение на Цицерона. Там реально что-то крутое. Да. Что? Цицерона, мази! Это монстр пупыт! Да ладно, ребята, это жесть, а что сейчас будет? Как это он ему такой? Газы? О, да, а он что-то придумал. Ну, по-моему, сейчас крышка. Попыт. Ребята, жестяк! Злой попыт! Это врывается к ним в импостер! Я же говорила, никогда не играйте в попыт в пятницу 13-го! Я не буду больше! Сегодня играть в попыт нельзя, потому что они реально превращаются вот в этих чудо-монстриков. И, по-моему, им сейчас всем хана, ребята. Они собрались в вентиляцию! Упс, и где? Где это чудо-монстр? Нету. Куда он делся? Мне что-то стрёмно. Это ребята. Житель Майнкрафт! А тут что, и Майнкрафт что-то делает? Ребята, что делать? Сейчас он их все сожрет. Так, берем попыт и скорее пока. Нельзя брать, Валерий, ты же забыла. Так, он сейчас что-то ищет. Дверь закрылась. По-моему, им крышка. Во, космос! Они что, в космос хотят? Они что? Обалдеть! Нет! Во, нет! А где же все девочки? Ну и выбрасывай его, пожалуйста! А это он его создал, ребята, поэтому он на меня такой злой. А, это создатель! Это получается профессор! Ребята, по-моему, он их сейчас всех сожрет. Сейчас хана сейчас будет! Берите, берите попкорн, мы сейчас будем смотреть по мирашке. Берите кирпич и бросайте! Разбивает все столы! А если он сейчас разобьет окно? Ребята, будет разгерметизация! Я не знаю. О, у него есть пестик! Откуда он его? Реально? Это пестик, который справится с таким попытом? Получается, его пыкалки отражают и пружинят! И как же им победить? Да! Он обратно тут! Слушайте, может быть, его пропыкать? Может, ему глаза выпыкать? Вал, да что за предложение? Так, а что у него рюкзачки? Стоп! А это рюкзачок! Симпендибл и бомба! И граната! Опа! По-моему, он сейчас зажжет! Он приближается ко всем девчонкам! А где они все? Куда они делись? Ой, они превратились в огромного симпла! Хана тебе, попыт! Да. Это тот ученый, короче, манчат, превратил. Видишь, спиннер в это чудо! Это они все там! И он дает ему отпор! Почему? Это симпл димпл! И я! На тебе! Я говорю, его надо пропыкать! И глазики его пропыкать! По-моему, он его сейчас выбросит. Он его сейчас может разорвать на две части! Нет, не разорвала. Ребята, Simple Dimple реально сильный, посмотрите, у него глаза такие. Кто? Подождите, кто победит? Пока! Simple победимпл! Вы серьезно, он победил? По-моему, нет. Да. По-моему, хана обоим. Да. Все сидят, грустят, это же был их друг. А он Ленька выливает, у него ножка болит. И что теперь? Холодильник пошел за пиццей. Балди, это тоже ты. Ну это я по ночам. Они, короче, включили сигнализацию и защитили себя. А, есть такое? А я не чтобы знаю. Никто не проник больше к ним в на корабль через эту дыру. Предлагаю его тоже выбросить, он какой-то стрёмный. А он же решил выкинуться. Все, прощайте. Не, он гранату в космос кидает, чтобы наверняка их слопали там. Стойте, но это какая-то незаконченная серия. Гляньте, там кто-то ловит эту гранату. Кто это? Что? Ну, мы это посмотрим с вами обязательно продолжение. А теперь следующая анимация. Ночью, короче, спят мангазики. А этот не может заснуть никак. А что случилось? Шума, он хотел пипи. Балди, это ты, полюбаться. Я в холодильник пошел, точно. Что? Балди, как раз. Ты угадал. Он проголодался. Это точно, Балди. Кто тоже согласен, ставь лайк. Нет, я не всегда такой. Только когда голодный по ночам. Ну, почти всегда. Короче, каждую ночь он тырит. А, он водички пришел попить, походу. Что, подождите. Она же ледяная. Стойте. Сирена! Вы слышите? Вы это тоже слышали? Да, я слышал. Малина. Все испугались. Никто не испугался. Так, ну по-моему... Мне надо в туалет. Балди, сходи, пожалуйста. Да ну это я пошутила. Ребята, свет вырубили. Он ударился мизинчиком. Ой, ребята, это самое больное, биться об уголок мизинчиком. Ну реально, кто-то вырубил свет. Опа, фонарик. А, это граммофон, Балди, это не сиреноголовый, это обычно этот граммофон. Вы смотрите дальше, он просто так маскируется. Балди, не пугай меня. Кто это? Откуда? Он там? Он сверху! Ребята, жестяк! Срочно! Кто сейчас за 3 секунды не успеет подписаться, к тому припрется сиреноголовый домой. Отписывайся! Он уже Да, только он, походу, ест. Он сейчас разрушит весь корабль. Да.
уж. Ребята, что делать? Блин, все спят. Что делать? Он, короче, закрывается такой. Все, нафиг, нафиг. Заколачивать надо. Оп-оп-оп. Забиваем дверцы, все. Там сирена свирепствует. А, он, короче, забивает и всех разбудил. Все такие. А как они выберутся? Они же не быстро, они не могут в люк запрыгнуть. А он, короче, такой, да ну нафиг, вы что там спите? Срочно, срочно. Пластырь. Заклеивать уши. В смысле? А, что? Пластырем. Серьезно? Так надежнее. Еще шваброй подопри. Ребята, вы серьезно пластырем? Что? Они же в больничке. Пластырь необходимая штука. О, нет, там... Сирена! Он пролит. Все, в люк, быстрее все в люк. Давайте, ага. Бегите в вентиляцию! Давайте. Лампа! Что? А, не знаю, о чем задумал. Она же горячая! Нет, она не горячая, он хотел залезть. Он спрятался? Типа? А он же сожрет всех! Он же не видит, он же может только слышать! Да? Он что, не видит? Вау! Он уронил лампу на сирену! Блин, крутой, ребята! Это было так задумано! Он спас всех ему газиков! Медпункте! Да, пока он дрыхнет, надо слышно текать! Да! Валите всех! А, ребята, может, только не жрите, перекусите, пожалуйста. Не надо. Покушайте, вы устали. Не надо, пожалуйста. Ни в коем случае. Надо бежать. Сирена! Он их догнал! Ну да, он пришел сюда, ребята. Слушайте, он тоже, наверное, голодный. Покормите сирену. Че, куда спрятаться? Куда они пришли? Ля, как они ржут. Они сейчас поворачиваются по очереди. Да уж. Что это? Что за ремня? Чем ремня? Сирена голодная, куда ремня? Они его отшлепать хотят. Они ему хотят наставить призом ловушек. Нет, они что-то... А, да, сюрприз. Вау, есть. Ой, смотрите, у него сирены сломались. Замотали. Чего, думаете, получилось? Да ладно. Они его примотали к креслу. Ребята, что они будут с ним делать? Что-то мне кажется, что он выберется. Поэтому срочно подписывайся на наш канал, чтобы увидеть продолжение. Это анимация офигенная. Все ссылочки на оригиналы будут в описании. Не забывай подписываться на наши каналы Валеришка Геймсплей Макс. Там очень крутые серии для тебя. Не забывай, солнышко, это самое лучшее. Значит, хочешь, любим. Вот такой вам лайк. Всем пока-пока.